Руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Одинцовского округа Вячеслав Киреев вместе с сотрудниками ОГИБДД, директором средней школы «Горки-10» Оксаной Шарыгиной и представителями родительского сообщества принял участие в проверке безопасности на дороге у Назаревской школы и детского сада номер 46. Инспекция прошла в рамках реализации проектов «Городская среда» и «Безопасные дороги». Во время осмотра установлено, что светофор работает исправно, все дорожные знаки в надлежащем состоянии.